Добрый вечер. Сегодня воспользовались жители Кривого Рога транспортными перевозками 228, это в городе Кривой Рог. Автобус доехал всего лишь с освобождения на Юкабаколоса, и у него закончился солярка. Вот. Люди митингуют, говорят, чтобы за билетики вернули деньги для того, чтобы пересесть на маршрутки. Но кондуктор упирается, говорит, что нельзя, потому что она может только пересадить людей на троллейбус, который идет в противоположную сторону, потому что люди доедут на десятки до пляжной, а потом самостоятельно нужно будет дойти пешком на Дамасский. Вот. Как решить эту проблему? Возможно. Привезти солярки. Да, солярка надо. Вот, вот такая вот ситуация. Недавно была такая ситуация, когда в 228 были, я записал видео, как потолки были в саже. И люди, когда ехали в салоне, было пыльно и очень пахло угарными газами. Не знаю, обратили внимание или нет на ранее видео. Все, всем пока.